Ой, мы откушали мороженое итальянское домашнего производства, съели какие-то там пироженки, выпили кофе эспрессо и возвращаемся опять к этому комплексу, где находится Пизанская башня. И у нас там еще надо пройти три музея. Я купила комплексный билет, вот, чтобы насладиться. Погода разгулялась. Вот, где-то с 12 часов тут было до 12, наверное, после 10. О, гроза прошла, такая интересная погода была, небо красивое. Вот оттуда мы идем, там мы обедали, где находятся развалины бани Нерона. На обратной стороне вот там мы покушали мороженое, выпили кофе с кондитерскими такими всякими штучками итальянскими, вкуснейшими, тоже домашнего производства. И вот направляемся обратно наслаждаться. Никуда мы не торопимся, гуляем спокойно. Все вкушаем с чувством, с расстановкой. Ну, сейчас погода прям вообще изумительная, теплая-теплая. После дождя все улыбается.